Всем привет! Сегодня нарезаем детское мыло с нуля. Я уже его вытащила из формы. Вот мыло еще живое, такое мягковатое, но режется хорошо. Вот такое получилось мылко без красителей, без разных там добавок. Единственное, добавляла в пережире немножко облепихового масла, чтобы ухаживала за кожей детской. Это такое будет гипоаллергенное детское мылко. Вот видите, такое оно нежненькое получилось. Складываем сразу в корзиночку. Будет оно у нас созревать 4-6 недель, так как сварено холодным способом. Вот, с молочной кислотой, лимонной, с шелком. И со стеариновой кислотой, такие полезные добавочки. Детское мыло с нуля, вот такие кусочки получаются, видите. Для маленьких деток сделала такую небольшую партию на 200 грамм готового мыла. 200 грамм здесь получается в этой форме. Потом сварим еще свеженькое. Хотя чем мыло дольше лежит, тем оно лучше вызревает, и его свойства только улучшаются. Вот такое светленькое, нежненькое. Может, оно еще со временем немножко потемнеет. Будет созревать, реакция омыления будет дальше проходить. Вся щелочь прореагирует с маслами. Вот так. Вот такие кусочки, видите? Чуть-чуть видно вот тут часть, что я отбеливала. Оно, наверное, еще чуть потемнеет, будет поярче. И один кусочек у нас получится тестировать. Или тестировать, или кому-то в подарочек. Посмотрим. Один себе оставлю. Вот видите, какой. Так, мы его загладим. Ну, еще живое, с ним можно все что угодно делать. Такое желтенькое, тут белее. Пахнет приятно. Вот и все. Следующее видео буду снимать, как нарезать буду мыло с нуля с ламинарии. Вчера варила тоже. Это пока отставляем, это сейчас спрячем, накроем, и оно будет все созревать. Всем спасибо за внимание, пока-пока!